Расскажите, что с вами произошло? Ну, поранило, посекло большой, очень сильно палец у меня. Осколком на ноге. На ноге, да? Да, на ноге, на ноге. У меня когда тоже... это было? Когда это было? Это было где-то в 11 часов дня. Стреляли, ну, как предположить. В какой день? Сегодня. С утра прямо, да? Да, с утра, в 11 часов дня. Видать, предположительно, стреляют с Лисичанска. Мы не слышим, как оттуда... Это все украинские войска, да? Только украинские войска. А скажите, а как вы думаете, почему они по мирным домам обстреливают? А по мирным домам отстреливают, я вам скажу прямо и честно. Когда они здесь находились у нас, они говорили прямым языком. Вы бы знали, как мы вас ненавидим. Была бы наша воля, они тут с автоматами, мы бы вас все бы расстреляли.